Піаль-сльоза зволожує та захищає очі при синдромі сухого ока. Друзі, вітаю! Початок тижня. Мене звати Ігор Гаврищак. Сьогодні на календарі в нас 10 квітня, понеділок, і ми традиційно розпочинаємо огляд бойового зіткнення з окупантом. Що відбувається загалом на фронті, не лише на фронті, і традиційно представляю нам нашого експерта. Це Роман Світан, льотчик-інструктор, військовий експерт і полковник запасу Збройних сил України. Пане Роман, вітаю! Слава Україні! Героям слава, бажаю здоров'я. Перед тим, як розпочати розмову, хочу знову ж таки всіх наших глядачів, постійних глядачів, їх вже десятки і сотні тисяч, не забувайте ставити вподобайку, коментувати і підписуватись на YouTube-ресурс 24. Це допомагає алгоритмам YouTube більшій кількості людей продемонструвати, показати нашу розмову. Що ж, пане Роман, за вихідні зібралось дуже багато інформації. Пройдемося по ключових і найактуальніших. В першу чергу це про злив, так би мовити, контрнаступу Збройних сил України. Начебто з'явилися, от у нас є фотографії, повідомляли про те, скільки сили, скільки техніки ми будемо використовувати, куди ми будемо йти, як ми будемо йти. Але там також і багато неточностей, тому що в першу чергу, наприклад, там вказано, що ми вже використовуємо на стану на 1 березня танки американські «Абрамс», які ще нам не прийшли і невідомо, коли прийдуть. Почали поширювати, власне, ці от інсайди, зливи, саме російські пабліки. І от поділилась думка, чи це... А Вашингтон натомість офіційно почав розслідувати цей інцидент. Мовляв, можливо, це справді витік. Як ви вважаєте, це вкид і ПСО, це є фейк, чи це є справді злив внутрішньої інформації, тобто секретної? Ну, это точно и ПСО, это если брать в общем контексте. Это информационно-психологическая спецоперация. Там видны некоторые не просто неточности, а исправления в сторону россиян, то есть подретушированы данные погибших российских воинов, также украинские потери. И это видно и невооруженным глазом. Плюс Беллингкет подтвердила в определенную корректировку таких данных, потому это однозначное ИПСО. А вот базовые данные, скорее всего, они взяты из определенных средств подготовки к брифингам, закрытым брифингам конгрессменов, некоторых моментов, связанных с докладами, может быть, и с закрытыми в том числе, иногда с сверхзакрытыми. То есть это все собрано, скомпилировано и подано как слив информации. А раз так, то есть подача как слив идет, она была так и подана, это значит основная задача этого ИПСО – это вбить клин между участниками коалиции. Вбить клин для того, чтобы рассорить, попытаться, по крайней мере, рассорить, бросить тень недоверия между службами, спецслужбами. Ну и в отношениями в нашей общей коалиции против россиян. Это вот основная тема. А вот те позиции, которые иногда поданы, причем поданы действительно прямо, без ретуши, они можно их брать для анализа, по крайней мере. Видно, если исходя из тех данных, которые есть, видно то, что нас реально, действительно, очень серьезно готовят для выполнения наступательных действий. Здесь большой положительный эффект с этой стороны можно определить, потому ИПСО достигла, как раз российское ИПСО достигла обратного эффекта. То есть по некоторым позициям даже порадовались некоторым цифрам. А, до речі, пане Романе, а може бути таке, що Вашингтон навмисно ініціював офіційне розслідування, аби ще більше, знаєте, закаламутити воду і перемішати карти, аби взагалі нічого не було зрозуміло, особливо для окупаційної сторони? Ну, діло в тому, що Вашингтон по-любому, в будь-якому випадку, як тільки є вихід такого роду інформації, навіть якщо заднім числом вона була, там дійсно Беллингкет показує, що це кілька місяців назад, была утечка некоторых. Вашингтон и должен это сделать в официозе и причем подать эту информацию в эфир. То есть они обязаны это были сделать. Но опять же, уже в противовес ИПСО российскому, такое действие Вашингтона говорит о серьезности намерения самого Вашингтона разобраться и в конце концов, во-первых,
если действительно были некоторые выход такого рода информации несанкционированные, то есть разобраться и перекрыть эти лазейки. Ну а с другой стороны, это показывает нашим противникам серьезность намерений наших союзников. Потому это тоже положительный эффект. Ви згадали про те, що в стані ворога, особливо вагнерівці, Пригожин трошки хвилюється, трошки нервується. Сам Пригожин каже, що Збройні сили України зібрали 200 тисяч, а можливо і 400 тисяч живої сили. Пане Роман, наскільки можна цій інформації вірити? І якщо моделювати ситуацію, 400 тисяч бійців, героїв наших, скільки треба техніки і що з цим, з такою кількістю живої сили ми можемо зробити на фронті? Пригожин оперирует информацией, это не закрытая информация, это широкого доступа. То есть он, понимая примерное количество наших войск, а у нас сейчас объединенных сил больше 1 000 000 человек, понимая где-то как минимум треть из этого количества находится на линии фронта, выполняет определенные задачи, он и говорит именно эти цифры. То есть в районе 400 тысяч человек у нас сейчас на линии фронта противостоит российской агрессии, и, естественно, не все могут задействованы, вернее, даже однозначно не все будут задействованы в наступательных действиях, выполнять свои задачи на тех участках, на которых они дислоцируются. Потому Пригожин здесь общие цифры выдает в эфир, а вот реальные цифры, которые будут оперировать наш генштаб, а это, естественно, никакой Пригожин точно не узнает. 400 тысяч человек, пока еще нет у нас сил и средств для того, чтобы их полностью вооружить для наступательных действий. Это прекрасно и Пригожин знает, да и все, и, кстати, из этих документов это вытекает. Около 100 тысяч человек, скорее всего, будут использоваться для наступательных действий. Это самый оптимальный вариант, это несколько корпусов, 3-4-5 корпусов, от 3 до 5 корпусов, которые будут выполнять наступательные действия. Около 3 корпусов будут идти вперед, прогрызать линию фронта, ну и по корпусу, как минимум по корпусу, будет удерживать фланги. Это по основным направлениям. Оставшиеся 300 тысяч человек будут выполнять задачи либо оборонительные на некоторых участках фронта, либо наступательные на второстепенных участках фронта. Потому, с одной стороны, Пригожин в этом смысле прав. Все 400 тысяч человек будут участвовать в наступательных действиях. Пане Романе, хотілося б перейти до карти бойових дій і продемонструвати наступне. От певні військові аналітики кажуть, що яка мета в росіян і чого варто нам побоюватись. Суть в тому, що вони зібрали велику кількість живої сили в районі Креміної. Вони хочуть рухатись в бік Лиману, змикати від Соледару Сіверськ і далі виходити безпосередньо на Слов'янськ. Наскільки реалістичні такі от плани окупантів? С военной точки зрения это хороший план, если, вот, допустим, любой генштаб, который планировал бы наступательные действия, именно так, это самый оптимальный план российского наступления в районе Луганской области, как минимум. То есть наши войска, они находятся в таком триречии, я бы даже сказал. Оскол, Оскольское водохранилище с севера на юг идет, река Оскол впадает в Северский Донец. Вот если карту чуть выше показать, от Купянска до Лимана практически идет Оскольское водохранилище, это река Оскол. Дальше правее идет река Красная, от Сватова до Кременной идет река Красная, и обе эти реки впадают в реку Северский Донец, которая идет уже с запада на восток. И вот такой, можно сказать, географический котел, в котором сейчас находятся наши войска. Его, с одной стороны, сложно оборонять, и имея определенное количество сил и средств, его легко выдавить наши войска. То есть россияне именно этим и будут пытаться заниматься. Они, в принципе, этим занимаются уже четвертый месяц. Почему вот в Кременной, даже здесь вот видно очень хорошо, кстати, показано сосредоточение войск. У них здесь задача стоит с востока на запад, в сторону Лимана, выдвинуться, выдавить наши войска за Северский Донец.
начать нависать на славянском. И та же самая картина примерно из-под Валуи, Купянска, вдоль уже Оскольского водохранилища двигаться на Лиман. То есть это есть понимание нашего генштаба именно вот такой глобальной стратегической задачи у россиян выдавить наши войска из вот этого Триречья. Там еще одна река, Жеребец, идет. Она идет в районе Торского, между Лиманом и Кременной. Да, вот эта речка Жеребец. Она также удобна для обороны. Наши войска ее и будут занимать, если вдруг будет масштабное движение россиян. Вот у россиян проблема форсировать эту реку. Она сама по себе небольшая, но там сеть запруд, даже вот на карте видно такие гладь воды, ее очень сложно будет штурмовать. Потому мы используем здесь водные преграды в качестве определенных линий обороны. Ну а россияне будут пытаться, конечно, двигаться. Вот в ближайшее время чуть подсохнет. Я думаю, вот это несколько, больше сотни тысяч человек здесь сосредоточено у россиян. И техника, пока техника на второй линии обороны в районе Старобельска и Счастья вдоль реки Айдар. Да, вот в этом месте они сосредоточены. Но я думаю, как только подсохнет, они технику перебросят на первую линию фронта. И нас еще ждет где-то под конец месяца попытка наступления россиян как раз на вытеснение украинских войск из вот этого природного междуречья, между Осколом, Северским Донцом і рікою Крас. Пане Романе, на завершення цієї теми і розмови про лінію бойового зіткнення навколо Лиману і в бік Слов'янська. Наскільки загрозливі є плани окупантів для Збройних сил України? Не опасні. Діло в тому, що навіть якщо от можемо представити собі незбиточне, росіяни вийдуть на Лиман, вийдуть на Сєверський Донець, то якраз западний берег Сєверського Донця від Слов'янська, він вище. Его удобно удерживать. Мы его удерживали первые полгода наступательных действий россиян. Они так через Северский Донец и не перешли. Они удерживали Лиман, они вышли на Лиман, но уперли в Северский Донец, мы их остановили. Если мы их остановили год назад, то, поверьте, вот это то, что от них сейчас уже осталось, мы однозначно остановим. Это еще раз, это такая фантастическая уже программа для россиян. Они реку Жеребец вряд ли перейдут. Пане Романе, і одна з найгарячіших точок – це є Бахмут. Якщо ми глянемо на супутниковий знімок, аби краще бачити і вулиці міста, бачимо, що ворог зайняв центр міста, зайняв, от є в нас стадіон «Металург», вже під ними «Авангард» ще тримається. Скажіть, будь ласка, і бачимо, що важко, попри те, що фланги вони не можуть звужувати, але ми помаленьку відходимо. І багато бійців безпосередньо з самого Бахмуту розповідають, що бої тривають, як в комп'ютерних іграх. Якщо говорити про вулицю Чайковську і Корсунську, ось тут, в районі стели Мі-17 літака, то кажуть, що там все вкрито 200-ми вагнерівцями, безпілотниками. Як ви вважаєте, є загроза того, що найближчі дні Збройні сили України таки доведеться вийти вкрай аж на західні околиці міста? Ну, дело в том, что мы и сейчас на западных, то есть мы от центра отошли, в основном удерживаем западные окраины города, это высотные здания. Высотки, которые можно оборонять, пока они полностью не разрушены. Россияне как раз этим и занимаются. То есть мы обороняем высотную часть города до того момента, пока от высотки не остается, ну, максимум по колено бетона, они все-таки разносят. Здесь в районе Бахмута количество боеприпасов, самолета вылетов, оно не уменьшается. Применяют российские войска по нам эти средства поражения. Потому отходим, как раз отходим только из-за того, что невозможно уже удерживать некоторые полностью разрушенные высотки или кварталы. Ну, я не думаю, что это будет, допустим, массово или полностью будем выходить из Бахмута. Дело в том, что как раз вот эти рубежи, вы здесь правильно говорите, подойти к трассе они просто не могут. Там у нас хорошая система обороны. Трасса эта, которая идет с Константиновки на Бахмут, а дальше переходит в улицу уже по Бахмуту. Это на этой улице расположен и самолет. Вот Чайковского, да.
Да, да, это улица Чайковская, она уже идет по Бахмуту, как Чайковская, но это трасса, как раз, которая идет с Константиновки на трассу Дебальцево-Славянск и дальше выходит. То они подойти к ней не могут, попытки вызывают очень большие у россиян потери, там хорошо пристреленные, хорошо пристреленные плацдармы, потому я не думаю, что мы вообще оставим Бахмут. До наступления остались считанные недели, а наши наступательные действия в любой точке, в любом точке линии фронта, они вызовут обратную реакцию россиян. Они сначала остановятся, а дальше начнут отходить на линию обороны, уже ту, которую за собой будут оставлять. Пане Романе, якщо рухатись південніше по фронту, ми йдемо в іншу, не менш складну точку, але тут трішки є зміни. Авдіївка. Навколо Авдіївки теж зосереджено чимало живої сили, але що відомо? Що кілька тижнів тому вони, окупанти, кинули величезну кількість живої сили, аби спробувати оточити. Але зараз Інститут вивчення війни, аналітики їхні та й багато інших експертів кажуть, що за останній час росіяни втратили під Авдіївкою не менше 4 тисяч бійців, і тепер вони припинили, вирішили не брати Авдіївку, бо не мають сил, і прикривають втрату живої сили накриванням артилерії. Этот этап сейчас включился. Дело в том, что у россиян идет все этапами. То есть, когда нет достаточного количества боеприпасов для того, чтобы можно было создать огневой вал, а именно он наиболее эффективен, то есть просто обстрелы артиллерийские, они неэффективны, как эффективен огневой вал, это увеличение где-то в 3-5 раз количества обстрелов и авиаударов. Если не хватает определенного количества сил и средств для огневого вала, то идут местные штурмы, так называемые. А дальше уже идет режим накопления огневых средств поражения, и после этого меняется уже метод наступления, оттягиваются живая сила, начинают работать артиллерия и авиация. Вот сейчас на данный момент как раз в таком режиме. То есть они потеряли большое количество живой силы при наступательных действиях. Там действительно по роте, рота 2 ложилась в сутки, плюс технику потеряли. Но за это время они накапливали определенное количество снарядов. И сейчас включились именно этот режим артподготовки и авиационной поддержки. Самолеты мы пытаемся отогнать, ну а с артиллерией работает наша контрбатарейная борьба. То есть контрбатарейка работает в режиме контрбатарейной борьбы. Пытаемся достать эти артиллерию российскую, но она иногда прячется в городе. Они бьют из Донецка, бьют из Ясиноватой, из жилых построек. Очень сложно нащупывать артиллерию, когда она спрятана между высотками. То есть здесь есть такой момент проблематичный. Но, тем не менее, выдерживаем. Стоим в районе Авдеевки. В Авдеевке россиянам тоже ничего не светит. Сам по себе гарнизон стоит уже 10-й год в районе Авдеевки. Основная, вот если по карте посмотреть, основная линия обороны, она и проходила вдоль шоссейки. Вот шоссейка, которая идет правильно, вот эта шоссейка доходит до Песок, и дальше она шла на Авдеевку. В Песках отворачивала, шла на Авдеевку, такое полуокружением проходила Авдеевку, и дальше идет на Константиновку. Вот это основная линия обороны. Они в некоторых местах к этой трассе подошли и перешли, в том числе, вот если по северу смотреть, вот та же Красногоровка, это уже за этой трассой. То есть наши войска в ближайшее время будут выполнять определенные контрнаступательные действия для того, чтобы отбросить россиян, вернуть их обратно за эту шоссейку. Вот эта шоссейка такой рубикон для российских войск, ну и для наших, для принятия наших решений, для того, чтобы удерживать Авдеевку. Потому, я думаю, как только вернем их обратно за шоссейку, вопрос по Авдеевке стабилизируется. Сейчас намного сложнее ситуация чуть южнее, в районе Марьинки. Россияне именно на Марьинку бросают большое количество усилий. Задача по Марьинке у них стоит выйти на Курахово. Вот почему Курахово? Курахово является тылом и для Марьинской группировки, и тыл поддержки для Угледара. То есть вот подойдите на Угледар, вот
сам по себе это база, да, это база, тыловая база, которая удерживает и Марьинку, и Угледар. Так вот, россияне за несколько месяцев не смогли выйти на Курахово в районе Угледара, потому они сейчас перетекли в сторону Марьинки и пытаются на тот же Угледар выйти только со стороны уже Марьинки. Вот там сейчас такие тяжелые бои идут. Тобто вони з тилу хочуть зайти до Вугледара, правильно? Так точно. Вийти спочатку на Курахова, а потім з тилу зайти на Угледар, тому що сходу Угледара їм не взяти. А трішки більш позитивних новин по фронту за останні дні. Пане Романе, ми знищили важливі зенітні установки росіян і також засоби електронної боротьби. Скажіть, будь ласка, що ми знищили і наскільки це міняє ситуацію на фронті? Это показатель того, что наши партнеры, которые обещали нам определенное количество средств поражения, его в конце концов передали. В основном, когда уничтожаются зенитно-ракетные комплексы и средства радиоэлектронной борьбы, они уничтожаются с помощью противорадиолокационных ракет. Ракета «Харм», которая идет на радиоизлучение, а это как раз любой локатор ЗРК и любая станция радиоэлектронной борьбы, которая сама по себе является излучателем радиоволн. А как раз ракета идет на источник радиоволн. Это вот, по-моему, два комплекса ЗРК мы уничтожили за прошлые сутки. 4 станции радиоэлектронной борьбы. Вот 6 ракет «Харм», которые отработали по российской системе локации и РЭП. То есть это говорит о том, что, скорее всего, началась подготовка к наступательным действиям. Массовое использование таких ракет, массовые потери россиян именно по средствам РЭП – это одна из задач наших войск. Перед где-то за месяц до наступления мы должны выжечь всю систему РЭП россиян и системы зенитно-ракетных комплексов. Вот это мы сейчас и видим. Пане Роман, на завершення таке от питання. Мер Білгорода російського повідомив, що от скрепа їхня така сама сочна, це є 9 мая, вони відмовилися проводити парад 9 травня. Офіційно повідомляє мер Білгорода, що це через те, що вони побоюються скупчення техніки, скупчення живої сили, аби Збройні сили України не вдарили по цьому параду. Але, як ви вважаєте, можливо, вони не роблять парад, тому що немає фізично техніки, вся техніка на фронті, а вони розконсервовують вже танки Другої і Першої світової? Ну да, вы правы, это пришлось бы им действительно снимать с постаментов Т-34 и с помощью нескольких нервов, как со старых советских анекдотов, их просто толкать, так как движков там нет, для того, чтобы провести парад. Потому, скорее всего, это единственная причина от отказа в парадах как таковых. Полностью проблема с техникой. Они, скорее всего, сейчас будут под большим вопросом проведения еще и парада на 9 мая, так как они там где-то за 2 недели в районе Ходынки, но не на самом Ходынском поле, там рядом есть площадки, где они собираются, за 2 недели начинают тренироваться в прохождении парада. Это очень хорошая цель для наших дальних средств поражения. У нас есть БПЛА, которые хорошо работали и по Энгельсу, и по Рязани. Ну, я думаю, и до Ходынки достанем, если это нужно будет. Потому, я думаю, скорее всего, они будут использовать на этом параде не настоящую технику, а резиновую. У них этот, хорошо отработана эта система. Всю эту резиновую технику надуют, детишки как шарики пронесут ее по площади. Ну, это, конечно, в режиме шутки и с неким сарказмом, это понятно. Но, тем не менее, где-то так. Большая проблема у россиян с техникой, и взять ее ниоткуда, и, скорее всего, китайской тоже им уже не видать. Пане Роман, дякую за цей початок тижня, дякую за те, що ми розпочали огляд і зведення від вас. Сьогодні 10, нагадаю, квітня, понеділок, а вже завтра ми продовжимо розповідати, що нового відбувається на фронті, в стані ворога і в стані наших героїв Збройних сил України. З нами був Роман Світан, льотчик-інструктор, військовий експерт і полковник запасу Збройних сил України. Не забувайте підписуватись, ставити вподобайки і коментувати це відео, аби воно просувалось і більша кількість наших глядачів могла його переглянути. Мене звати Ігор Гаврищак. Побачимось в ефірі 24-го.